Привет, ребята, с вами Лилия Донскова и наш оператор Михаил Булавцев. Мы находимся, вы не поверите, где мы? Это фабрика Орифлейм, Ногинск. Показывай, Миша, она гигантская. Она такая красивая, боже мой, дух захватывает. Все стеклянное, красивое, зеленое. Фирменный цвет Орифлейм. Мы приехали, мы долго ехали, и вот мы здесь. И сейчас мы отправимся на экскурсию долгожданную по фабрике. Что же нас там ждет? Интересно? Тогда отправляйтесь за нами. Ногинске. А мне не надо показывать фабрику, показывай. Привет. Смотрите, какие огромные стеллажи с продукцией, уже готовые. Это сырье. Здесь сырье располагается. Давай двигайте быстрее из этого. Почти финиш. У нас только старт. Ковбой Хаггис. Это помады, их так много. Помады в ведрах, такого вы еще не видели. Можно я возьму себе ведерко вон той помадки розовой, как раз на сезон хватит. И, пожалуй, еще на кубрику оранжевую, на нашу команду. Должно хватить. Здравствуйте. Вот руками ничего не трогай, вот прям по самые ноги. Спасибо вам. Да, кстати, спасибо и вам. И вот задержитесь на секундочку, я вам всем скажу спасибо, и вот этой группе тоже. Друзья мои, я вам заранее говорю спасибо всем вам. Вы консультанты, директора, да, и вы тоже. Ребят, спасибо вам большое за вашу работу. Вот честно, низкий поклон, потому что благодаря вам и я, и вот тот юноша в жилете, и все, кто работает на этом заводе, и Магнус Брэнсвим получают зарплату. Вы нам платите. Хорошая зарплата. Это успехов вам, я имею в виду. Вот. И вообще вы самые главные. То есть если бы Рэсон Рифлейм, самые главные там братья Афьёхник или Магнус Брэнсвим, это неправильно. Самые главные вы, консультанты, потому что на вас все держится.
К чему я это сказал? Потому что на самом деле, вот я 8 лет, 9, занимаюсь декоративной косметикой, много помады съел, произвел, намазал, и вообще, наверное, будь мне лет на 25-30 поменьше, я бы этими знаниями и умениями говорить об этом пользовался бы в корыстных интересах. Вот, потому что, ну, на самом деле, вряд ли вы встречали 50-летнего мужика в своей жизни, который может долго, с удовольствием, сказать, рассказывать про помаду, объяснять, как вот она носится, стоится, намазывается. То есть это редкость на самом деле, вот. Но тем не менее. Так вот, я вам хочу сказать, что это не бином Ньютона. То есть на самом деле в производстве помады нет никаких особых сложностей и секретов. То есть если тебе дали форму, если тебе дали хорошие ингредиенты, рецептуру, если у тебя хорошее оборудование и руки растут, в общем, они растут откуда нужно, то ты сваришь помаду. Это ничего сложного нет. В итоге получится хороший продукт, который вот здесь представлен в разных цветах. Кстати, краски мы делаем тоже здесь сами и смешиваем их сами. И, соответственно, мы можем произвести помаду любого цвета, но производим лишь только ту, которая нам заказана по плану. Значит, блески для губ, они чуть попроще, чем помада. Помада вообще варится порядка 6 часов. То есть вот от момента начала до слива с помывкой оборудования порядка 6 часов. Но удивляться не нужно, то есть чтобы сварить хороший борщ, так сказать, на большую семью, но это тоже, в общем, часа 4-4,5, ну так, ну никак не меньше. Ну, чтобы потом плиту убрать, там, сковородочки помыть, мясо, и так далее. По большому счету это, в общем, тоже. Вот поэтому мы говорим, что помада варится. То есть мы берем котел, посыпаем туда воски, заливаем масло, закрываем крышку наших котлов, вы их увидите здесь вот через стекло, включаем кнопку, котел нагревается, там это все помешивается, масло, воск плавится, масло в этом участвует, потом мы добавляем следующие ингредиенты. Всего основных ингредиентов 5. Это воски, жиры и масла, красители и перламутры. Если 5 вот этих ингредиентов есть, и они высокого качества, то вы в общем и целом получите нормальную помаду. Разумеется, в помаде не 5 ингредиентов, их порядка 20. Это там эмоленты, увлажняющие вещества, пленкообразователи, ультрафиолетовые фильтры, куча-куча всего нужного и ценного для помады. Но 5 основных вот этих. И мы это все кладем согласно рецептуре в наши котлы. Это все греется там в начале до температуры порядка 100 градусов. Потом температура немножко снижается, сливается помада в горячем виде при температуре около 60 градусов. В конце, кстати, кладется отдушка. Потом оно остывает в таких металлических контейнерах, потом мы играем в куличик, и получаются вот такие вот помадные кирпичи. Значит, вот, собственно, про блески для губ. Блески для губ попроще. Там основу составляет такая клейковидная прозрачная субстанция, которая, собственно, является уже блеском для губ. А если в нее добавить все, что я перечислил, там перламутры, красители, оттушки, воска и масло, то получится уже совсем готовый блеск для губ, но это всего 30%. Они не застывают, поэтому хранятся в ведрах все время. Значит, собственно, все. Вопросы? Скажите, пожалуйста, а как делают вот помаду красного цвета? Помада красного цвета. Берется желтого цвета воск, берется желтовато-бесцветного цвета масло. Их много всяких разных масел. Это все плавится, перемешивается. Когда заглядываешь в окошечко котла на первых стадиях варки, выглядит это все непрезентабельно. Такая мутноватая желтоватая жижа, напоминающая свежесваренное пиво. Потом вот такое. Потом, наконец, спустя там 2-3 часа приходит время закладывать краситель. Краски, как я уже говорил, делаем сами. У нас есть 4 оттенка красного, там несколько оттенков желтого, синяя краска, черная краска, белая краска. Красители натуральные. Красители — это все в основном оксиды железа, кроме белого цвета, который является двуокисью титана или титановое белило, наверное, слышали такую фразу. Это краска, которая употребляется и в кондитерской промышленности, и художники ей же пользуются, единственная натуральная белая краска. Вот. И, соответственно, у нас есть краска. То есть, если это помада, вот, ну, к примеру, вот этого цвета, то в ней есть красная краска, в ней есть белая краска, и в ней есть немножко синенькая. То есть, у нас вот 3 цвета. У нас по рецептуре есть, к примеру, там, на 300 кг этой помады нужно налить там, 5 литров красной, 3 литра белой и 100 грамм синей. Мы отмеряем эту краску,
заливаем в котел все три цвета, но не полностью, по 80% каждой краски. Потом берем пробу из котла и сравниваем со стандартом. У нас есть стандарт этой помады с зеленой этикеткой, которую нам присылают из Ирландии. И мы каждый раз при варке берем пробу из котла, мажем этот цвет, сравниваем со стандартом. Причем мажем на разную кожу. Вот на моей смуглой коже, если мы переложили синего, не увидишь никогда в жизни, если она чуть-чуть синее, чем нужно. А вот на светлой коже, вот на вашей, например, светлой коже, уход в синий будет виден очень легко. И при разном освещении, то есть и при таком освещении, при более ярком, имитирующем солнечный цвет освещения, вот на эту часть руки мажем эту помаду, сравниваем с образец, то есть мы должны быть колористами. Ведь вот как, знаете, вот когда делаешь ремонт, очень часто краски не хватило, идешь в тот же магазин, просишь смешать ту же краску, тебе смешиваешь, приходишь, красишь, высыхает, а оттенок нету. Так вот, мы должны быть колористами. Каждый раз, когда мы варим помаду в котле, мы берем пробу, сравниваем со стандартом. Если мы видим, что она совпала с исходным стандартом, мы вот эти оставшиеся 20% каждого цвета заливаем. Если нет, у нас есть возможность выровнять краску. Положить чуть больше красного, чуть меньше синего, чуть больше белого, чуть меньше белого. То есть мы должны четко вывести тон, чтобы она совпала со стандартом. Потому что колористика – это такая вещь сложная, и она исключительно вот на основе человеческого зрения основана. Нас очень часто консультанты, когда я рассказываю эту историю, спрашивают потом, а почему вы не купите спектрофотометр? Ну вот автомобили же красят компьютерами, так сказать, спектрофотометром. Так вот, человеческий глаз гораздо более тонкий оптический прибор, чем спектрофотометр. Наш человеческий глаз видит разницу цвета, нетренированный глаз примерно 1,2-1,5 нанометра длины волны, а тренированный 0,5 нанометра длины волны. А вот промышленный спектрофотометр, забудьте про нанометр, видит шагом 5 нанометров. То есть человеческий глаз в 10 раз точнее промышленного спектрофотометра. То есть нет, есть, конечно, научные приборы, которые меряют спектры далеких звезд, далеких планет, но они стоят примерно как четверть этого завода всего. Поэтому мы не можем позволить себе поставить такой прибор. Поэтому мы пользуемся нашим глазом. У нас есть тренированные ребята, я вот в том числе, которые видят цвет помады и понимают, что вот нужно добавить вот в этот цвет, чтобы он стал вот таким, а потом чтобы стал таким и так далее. То есть цвет вывести, проблемы нет. Но нужно, чтобы он был всегда один и тот же. Если там следующей группы нет, там будет сейчас еще вопрос. Не знаю. Да. Да. Скажите, пожалуйста, несколько слов про натуральные красители. Что это такое? Оксиды железа. По-русски говоря, ржавчина. Оксид железа. Оксиды железа, красители, это ферро 2, О3. Я понимаю, что конкретно добавляется. Оксиды железа. Оксиды железа, красители. Да. Красители равняются. Оксиды железа. На основе касторового масла. Мы берем порошкообразный краситель, замешиваем с касторовым маслом, потом пропускаем через бисерную мельницу, которая перемалывает наш порошочек до очень тонкого помола, чтобы он не чувствовался как песок на зубах, на губах. И получаем в итоге краски масляные на основе касторового масла. И эти краски заливаем потом в помаду. Единственным неоксидом железа является бельевый титан, который ТиО2. Вот и титан. Просто содержание не столь значительно, да, чтобы было вредным. Нет, ну вы знаете, если питаться всю жизнь только ржавчиной, то, наверное, помрешь. Как впрочем, и обратно. То есть помрешь в любом случае. Вот. А, в тех количествах, которые здесь есть ржавчина, в общем, мы ее употребляем очень часто. То есть у нас контактов с железом довольно много в нашей жизни. И я думаю, что в обычной жизни мы ржавчину употребляем не меньше, чем она вот содержится здесь. Вот, собственно, про красители. Потому что, нет, я знаю, что существует какая-то странная байка, что какой-то цинк используется. Вот никогда никакого цинка в помаде нет и не было, потому что мы должны сертифицировать нашу продукцию, и всегда, когда мы, так сказать, производим продукцию, мы получаем сертификат качества, там есть в том числе и анализ на тяжелые металлы, и на цинк в том числе. Цинка в наших помадах нет. Байка про свинец. О, отличная байка. Знаете, когда я был маленький, а это было очень давно, меня пугали в деревне, что вот не нужно вытирать трубку у газеты. Вот не надо это делать, потому что в типографской краске содержится свинец. Да. А, вас тоже пугает, да? Видимо, эта байка в некоторых регионах продолжает жить. Вот это фигня полная. В типографской краске свинец не используется уже лет 100, как минимум.
А свинец в качестве красителя не используется уже лет 60, как минимум. Поэтому, ну, просто этого нет. Ни свинца, ни цинка, помаги нет. Ни марганца, ни кармия. Да нет, то, что входит в интернете, это все понятно. Пойдемте вот к галерею, я просто здесь рассказывал, здесь логику больше, могу рассказывать все там. В большом количестве на стеллаже. А справа внизу от бочек очень зрячие граждане могут увидеть такие невысокие красные контейнеры, примерно по коленам размера, вон они стоят, вон там вот под всем стеллажом красные контейнеры. Так вот, в бочках содержатся жидкие ингредиенты помады, а вот в тех красных контейнерах сухие. Ну вы зрительно можете видеть, сколько жидких, сколько сухих. То есть помада действительно на 80% жидкая. Здесь перед вами, на переднем плане, справа машинка, которая делает блески для губ в тюбиках, слева машинка, которая делает блески для губ во флакончиках с аппликатором. А вот дальше у стены стоят те самые котлы, про которые я рассказывал, в которых помада варится. Машинки эти здесь стоят временно, у нас есть еще второй этаж, и в следующий раз, когда вы приедете, вы здесь уже не увидите, они переедут на второй этаж. С этой стороны вы видите наши помадные линии, которые производят губную помаду всех видов. А за ними наши линии, которые производят блески, шампуни и гели для душа. Значит, оборудование тоже все импортное, как и ингредиенты для помады. У нас единственная только упаковка российская. То есть вот пластик и картон у нас российские, а ингредиенты, ну вот все импортные, так же, как и оборудование. Значит, работаем мы 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Соответственно, выходные у нас выходные, праздники у нас праздники. Да, значит, производим мы порядка 3-3,5 миллионов единиц декоративной косметики в месяц. Вот. А можем производить еще на 30% больше. Если будете больше продавать, мы готовы производить больше. Вопросов нет. Произведем. Ну вот, собственно, все. Вот здесь наливаются помады, да? Здесь наливаются блески для губ. Вот там наверху в котле он тепленький, он разогревается, оттуда он подается. И размешивается. Вот, да, конечно, все должно быть при перемешивании, иначе все перламутры вниз осядут. Точно, да. 1,60 метр, мужичок-то. В этом цехе варки у нас работают в основном мужчины, но не потому, что настоящие визажисты, стилисты и парикмахеры, они, как правило, мужчины, а потому что здесь ведра тяжелые таскать нужно килограмм по 20, вот. Поэтому мы предпочитаем, чтобы это делали мужчины. Девочек надо беречь. Вот, девочек надо беречь. Девочки продавать. Сильно отличается, да. И вот у меня в предыдущей группе спросили очень интересную вещь, что полезнее для губ, помада или блеск? Однозначно помада полезнее. Я просто почему спросила, у меня на блеск нет аллергии, а на помаду прям ужасная аллергия. Состав отличается радикально. Скорее всего, у вас не на помаду аллергия, там все сильно гипоаллергенное. Скорее всего, у вас на какую-то отдушку аллергия. Попробуйте помаду не Oriflame, то же самое, да? Чума. А касторовое масло просто так? А вот попробуйте. Кстати, тоже может. Да, кстати, тоже может. Потому что единственным ингредиентом, который есть во всех вообще помадах, общий ингредиент, это касторовое масло. Вот он есть везде. Я думала, воски. Воски, да, канделильские, карнаопские тоже есть во всех помадах. Поэтому вот, собственно, три претендента на то, что вызывает у вас аллергию. Потому что в блесках для губ касторового масла может не быть вообще. И восков там, ну, понюшка, просто мизер был. Поэтому, скорее всего, вот кто-то из этих троих у вас. Почему-то все помады делают тесты. Те, кто имеют дело с продуктом, у нас масочка, да? Это тоже правило GMP, потому что мы должны соблюдать микробиологическую безопасность.
заказов. Как отбирается заказ? У нас два типа коробок. Одна побольше, другая поменьше. Система складывает объемы каждого продукта в заказе. И сначала пытается ее поместить в маленькую. Если входит, оставляет там. Если не входит, то она прикладывает ее в большую. Если она входит, то оставляет в большой. Если не входит, то основная часть оставляется в большом. И дальше вторую часть начинает снова вкладывать маленькую. По этой системе мы понимаем, сколько для одного заказа нужно коробок. После этого, как коробка поехала, вот там, где ребята стоят, есть лейбл. Лейбл. Поэтому штрих-коду по всей нашей конвейерной линии у нас есть сканеры. И коробка, проходя сканер, понимает, в каком направлении и за каким продуктом ей ехать. Также на штрих-коде, как вы знаете, написаны Алло, когда все собралось, она вышла и сверила систему количество вес продукции и физический вес продукции на последних местах. Если не соответствует, девочки вот здесь на чекинге, система сама понимает, что вес не соответствует, и тогда отправляет правильные заказы сразу на отгрузку, а неправильные по весу отправляет на чекинг. Чекинг их вручную проверяет. В общем, вот такая очень система. Интересно.